где ребенок? В кровати его нет, в спальне его нет. Может быть, он на кухне, под столом его нет. На столе только чашки, ложки и хлеб. На полу его нет, на полу только игрушки и книжки. Может быть, он в ванной? Там его тоже нет. Нужно посмотреть в гостиной. На ковре его нет. Под ковром его тоже нет. Вот кто-то спит на диване, под одеялом. Ура! Мы нашли его!